Итак, приветствую вас, поклонники советского кино и любители живописи. Сегодня мы с вами открываем небольшой цикл коротких видеороликов, рассказывающих о картине, посвященной советскому кино, под общим названием «Обыкновенное чудо». Я автор этой картины. Меня зовут Олег Чумаков. Я художник-самоучка и большой фанат советского кино. «Обыкновенное чудо» – картина, посвященная советскому кино, период с конца 1930-х и по началу 1990-х годов. И частично посвящена российскому кино, начиная с 1990 года и по 2005 год. Для начала мне хотелось бы вам привести несколько цифр. Работа над этой картиной заняла у меня много лет. И пока еще неизвестно, сколько лет понадобится для ее завершения. Большую часть времени заняла работа над сценарием картины, включающим в себя компоновку, пропорции, композицию и так далее. На сегодняшний день работа над сценарием полностью завершена. На полотнах картины нет ничего случайного, ошибочного или неправильного, начиная от эскиза и заканчивая автографом. До непосредственного написания картины была проведена огромная работа по просмотру и отбору фильмов и актеров. Изучение фильмографии каждого актера и очень-очень непростой выбор ролей, в которых эти актеры будут изображены. Главное правило, которого я старался придерживаться, это изображение наших актеров в своих лучших, либо узнаваемых ролях. Ни один портрет не повторяется дважды. На всех полотнах повторяется только один портрет. Это полускрытый автопортрет автора в разные периоды своей жизни, в разных ролях, соответствующих темам полотен. Картина будет состоять из 13 отдельных полотен. Первоначально было задумано всего одно полотно, на котором должны были разместиться самые известные наши актеры. Но в дальнейшем число этих полотен увеличилось до 2, до 3, до 4 и так далее, до 13 полотен. Каждое полотно имеет размер 2,70 м на 2 м. На каждом полотне будет изображено в среднем от 115 до 140 портретов наших актеров, музыкантов, певцов, режиссеров и всех, кто в какой-либо мере повлиял на наше советское кино. Всего в итоге будет написано приблизительно где-то около 1800 портретов. Полотна будут разделены по темам. Сказки, война, детективы, реальная, комедия, фантастика, приключения, сериалы, музыкальные и детская. Из постоянных деталей, как символ голубого экрана, на каждом полотне будет телевизор. Один из 13 лучших и самых распространенных моделей в Советском Союзе. Все 13 полотен будут объединять общие идеи кинопленки. Портреты на полотнах будут объединены в группы по фильмам. Эти группы будут разделены и одновременно связаны с сюрреалистическими элементами. Техника исполнения – многослойная живопись масляными красками. Идея создания этой картины пришла ко мне в дни моей молодости. Но только по прошествии многих лет она, наконец, стала обретать свои реальные формы. Как говорится, всему свое время. Каждому полотну будет посвящен небольшой ознакомительный ролик от имени автора. И первый видеоролик будет посвящен первому полотну сказки. Так что, дорогие друзья, добро пожаловать!